Таким образом, стелью. Подача Месси и прекрасный удар в самый верхний угол. 4-0 Барселона впереди. Ну вот Хетафе вроде бы не выступала, все равно 4 получил. Никто знает, чем еще дело закончится. Радуются здесь барселонские травмированные и дисквалифицированные. Меняют. Кого там меняют? Адриана, нет? Вышел Монтойя. Да, вместо Адриана вышел Монтойя. Это у него фамилия такая.